демонстрирует свой корень. А то не все же еще видели его мощь. Отставить пошлости в адрес своего боевого товарища, младший лейтенант. Сам же говорил, в адрес не пушки. А мне возбраняется. У вас здесь совсем мозги размякли от изделия. Да уж надоело, Бору. Скорее бы домой. На наш аэродром. Че смотришь? Как, парни? Доставите к фронту самолеты. Так точно, доставим. Можете не сомневаться, товарищ первый секретарь. Через 3 дня уже будут громить этот фашист. Это хорошо. Как звать? Младший лейтенант Шматко, товарищ первый секретарь. Молодец, Оль. Младший лейтенант. Торопят. Поскорее нас отправить хотят. Я понимаю. Если что произойдет в зоне его ответственности, головой рискует. Американцы все сдали, теперь на Лесневском ответственность. Качай чушь пороть, Ольховский. А где очко? Нулин, никто не видит. Наверное, американцы демонстрируют свой корень. А то не все же еще видели его мощь. Отставить пошлости в адрес своего боевого товарища, младший лейтенант. Сам же говорил, в адрес не сапожник. А мне возбраняется. У вас здесь совсем мозги размякли от изделия. Да уж надоело. Скорей бы домой.
Центр Снегорянка, трак подзавтра. Водоем. Рус. На торможение. Экипажем 5, так как у нас в сторону не прошел, то контроль ведем без выдачи каких-либо команд.
Чушь пороть, Ольховский. А где очко? Нулина, никто не видел. Наверное, американка. Демонстрирует свой корень. А то не все же еще видели его мощь. Отставить пошлости в адрес своего боевого товарища, младший лейтенант Туров. Сам же говорил в адрес Дениса пошлости. А мне возбраняется. У вас здесь совсем мозги размякли от безделья. Да уж надоело тут. Скорей бы домой. На наш аэродром. Чё смотришь? Прикуривай! Пидоров!
чувак, просто сердце что-то. Что ты, пидора, с двух сторон? А, хуй тебе в глаз, блядь! Ich bin ein Ohren, die Künste ausgebildet worden.